Я живу уже который год. И с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановлены, кого-то ждет опять метель. Николай, здравствуйте. Жанна, вам слово. Ну, я считаю, что каждое произведение имеет на свою какую-то новую интерпретацию, новое прочтение. Мне это понравилось очень. Но когда я смотрела, это было не очень давно, передача с Константином Меладзе, когда, можно я скажу Косте, да? Когда Константин сел за рояль и спел эту песню сам. Я рыдала навзрыд. Я навзрыд рыдала. Так не спела даже Пугачева, как спели вы. Вот это исполнение, я думаю, тоже оно им может, имеет место. Я говорю да. Да. Юрий Михайлович, каковы ваши ощущения? Замечательные вокальные данные. Очень хороший тембр голоса, что чрезвычайно важно для исполнителя. Ну и, конечно, песня. Песня сумасшедшая. Я говорю «да». А почему бы нам, пока не высказались еще двое членов жюри, не поаплодировать Константину Меладзе за эту песню? Никогда не будут лишними эти аплодисменты. Спасибо вам. Сергей? Я говорю «да». Мне очень понравилось. Уолтер. Я обожаю эту песню, обожаю твой голос. Я просто чуть-чуть не заплакал, я просто с ума сойти. Я вам открою секрет, вы не исключение. Вся страна, услышав ее в первый раз, испытала те же эмоции. Или я не прав? Так и было. Главное, что такую песню спеть, это очень, это нелегко. Хотя я бы просто сказать вот по поводу исполнения буквально два слова. Эту песню, ее по-разному можно петь. Вот. Самое главное, знаете, не перекричать, потому что все-таки там есть опасность, чтобы она не стала монотонной слегка. Там поэтому сперва она внизу поется, потом наверху. И так далее. Мне кажется, что если бы вы ее спели там на полтончика пониже, то было бы еще душевнее, мне кажется. Вот. А так, и почище спасибо было бы, да. Огромное, здорово. Спасибо большое. Николай, спасибо огромное. Встретимся на главной сцене на канале «Россия». Аплодисменты! Как говорит моя мама, что легендарные одесситы рождаются раз в 100 лет.